И к другим темам. Только перевязочные материалы и средства для поддержания дыхания. Такой состав имеют автомобильные аптечки, которые начали выпускать в России с июля нынешнего года и которые в течение полутора лет должны полностью заменить аптечки старого образца. Главное отличие новых комплектов для оказания первой помощи пострадавшему при ДТП – полное отсутствие медикаментов. О том, с чем связаны изменения с наполнением автоаптечек, узнавал Виталий Кошелев. Бинты шести видов, кровоостанавливающий жгут, марлевые салфетки, лейкопластырь, ножницы и устройства для проведения искусственного дыхания. Новый сокращенный состав автомобильной медицинской аптечки можно буквально пересчитать по пальцам. При этом ни одного лекарственного препарата здесь нет. Нитроглицерин и ряд других препаратов, которые у нас в принципе используются по назначению врача, это таблетки от сердца, почек. Соответственно, при реанимационных действиях в экстренных ситуациях мы, в принципе, если применить данный вид лекарства, мы можем хуже сделать водителю или пассажирам. Еще один важный аргумент против наличия в автомобильной аптечке лекарств – несоблюдение водителями правил хранения препаратов. В летнее время салон автомобиля прогревается до 80 градусов, тогда как для большинства медикаментов 25 градусов – предельно допустимая температура тепла. Правда, у такого сокращенного варианта комплектации аптечки есть и противники. Ведь тяжело раненые участники ДТП умирают не только от потери крови, но и от болевого шока. Поэтому наличие в аптечке, например, анальгетика, не воспрещается. Но это уже личное дело водителей, говорят автоинспекторы. К слову, аптечки старого образца сейчас еще по-прежнему в ходу. Аптечка нового образца вступила в силу у нас с 1 июля 2010 года. И срок действия старой аптечки будет до конца срока действия самой аптечки. То есть водители могут не переживать, пользоваться в данный момент и до конца срока годности своих аптечек. Кстати, теперь владельцам транспортных средств не придется обновлять аптечки ежегодно. Срок годности перевязочных материалов в 3-5 раз больше, чем лекарственных препаратов. Виталий Кошелев, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».